7-ку. Ну что, ребят, продолжаем двигаться дальше. Давайте тут позабираем, что тут есть. Так, лом. Лом. И вроде... Вроде ничего больше, да? Давайте смотреть, что нас ждет дальше. Так, где наш дробовичок? А вот наш дробовичок. Хорошо. Нужно будет его юзать побольше. Станция у церкви. А, ну да, это ж мы к церкви, по-моему, с вами отправляемся. С вами, как говорится, бегим. Так, есть тут кто? Главное, чтобы тут не было... Ах ты, падла! Главное, чтобы тут не было этих боссов. Ага, они, да, они же там на потолке прячутся еще. Они же у нас еще на потолке прячутся. Ля, сколько всего лежит. Это такое железо, да, по-моему, да. Железо. И железо. Отлично. Дробовик теперь сможем еще немножко прокачать с вами. Так, где? Кто? Кого? Когда? Где кто, кого, когда? Бонжур. Так, до побачення. Лежать. Я сказал лежать. Так, вот этот мне уже не нравится. Вот это уже мне не нравится. Ага, я не заметил, что у меня хпшки нету. Сори. Ладно. Хорошо, что далеко не ушли, да? Так, побежали. Надо не забывать смотреть наверх и на здоровье. Жалко, тут нету штуки, которая сама все восстанавливает автоматически. Так, вот они. Так, минус один, минус два. Идемте заберем железо. Идемте дальше. Ага, железо мы тут не заберем, мы тут уже забрали все, да? А вот я не знаю, нам стоит ли туда идти, либо нам нужно направо сначала сходить посмотреть. Потому что их там что-то сильно... Ага, вы еще и взрываетесь. Вы еще и взрываетесь, да? Понятно, нам в ту сторону. Здесь все закрыто. Здесь все закрыто, хорошо. Так, где? В упор, хорошо дробовик работает. Вот прямо я аж кайфую. Реально я аж прямо аж кайфую. Так. До побачення. Дерьмо! Что? Кто где? Ша? Кого? Ага. Ага, ты вот этот взрывающийся, да? Блин, я на дальняк, думаю, лучше все-таки использовать. Кажется, у меня проблема. Пехаль. Нет, ребят, я не успел. Честно, не успел. Серьезно, хотел успеть, но не успел. А нам дали очко навыков или нет? Так, таланты есть, да. Давай, наверное, на ша, на выносливый, да? О, еще чуть-чуть выносливости больше. Отлично. Так, а где вы? Вы там наверху. Да, что теперь? Они там наверху. И надо не забывать, что сзади меня еще кто-то бежал. Так что надо, наверное, огненного увалить на расстояние. Все, до побачення. Можешь винтовку использовать? Может, там урон у меня побольше, да, на винтовке? Ага, не могу. У меня винтовка вместо дробовика получается. А дробовик мне нравится. О, минус. Минус. Так, где тут горящий вот этот вот? Где тут горящий чел?
Или они не восстанавливаются? И мы с вами справились. Ага, бонжур. Раз и два. Все. Хорошо, хорошо. Отлично. Так, здорово. Где ты? Я тебя слышу. Нет, и ты тоже, да, но... Где тут еще? Ага, вот этот вот горящий тип. Дерьмо! Да, нормально, нормально. Справляемся. Справляемся, справляемся, все хорошо. Дай мне железо. Дай мне... Что это такое? Что? Вот черт! Пыль ярости. Что это такое? Погоди. Ой, ё-моё! Ой, ё-моё! Ой, ё-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 ё. Это что такое? Это что такое? Ага, это босс, да? Это мега-супер-пупер-босс. Это мега-супер-пупер-босс. Ё-моё, сколько ты мне снял? Тихо-тихо-тихо. У-у-у, хорошо, что у нас эта штука была с вами. Нелегко было. Ну да, согласен. Реально хорошо, что у нас этот вот был скилл. О, еще одну очку навыков. Так, талант. Давай, наверное, на хпшечку. Не знаю, нужна ли нам скрытность будет здесь. Либо нет. Где? Кто? Ага, это ты, понял. Нужна ли будет ли нам тут скрытность? Или ну его. Да-да-да, надо наверх смотреть. Но я забываю. Бонжур. Стой, 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 ну куда ты? Бросается еще, понимаешь? Падла. Так. Давай посмотрим, что у нас в рюкзачке есть. Повышает скорострельность оружия на 15. Давайте используем, посмотрим, как оно работает. Надеюсь, это не в этом кругу только. Или только в этом. Стой, 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 стой. Все, минус. Это было бы это тупо как-то, знаешь, стоять в одном кругу. Только в нем это все срабатывало. О, здорово. Все, хорошо. Хорошо, отлично. Надо, наверное, сейчас не тратить эту штуку нашу. Дай сюда, что это? На F-очку, где это вот этот вот? Плащ шипов. Оставим, наверное, с вами мы на это. На босса. Вот по поводу колечка я так и не понял, как оно работает, если честно. Где наша вот эта вот? Надо, блин, искать себе еще что-нибудь. Да, одежду надо менять, наверное. Огонь минус один. Да, надо, наверное, будет собирать себе как-то на плащ это все дело. Только когда собирать, если я хочу оружие прокачивать? Блин, надеюсь, в дальнейшем дадут какое-то задание по поводу одежды. Мы с вами сможем себе хотя бы ботинки какие-то более-менее нормальные найти. Ну, либо плащ. Так, кто тут? Ага, отдохнуть в контрольной точке. Так, минус. Тут не забраться. Но раз тут контрольная точка, значит, тут где-то и босс должен быть сейчас. Значит, и где-то и босс должен быть.
Так. Что это такое? Повышает максимальный боезапас для всего оружия на 50%. Прикольненько. Пусть будет. Давайте отдохнем. И может домой слетаем. Посмотрим, сможем ли мы с вами прокачаться. По-моему, у нас есть немножко металла. Мы сможем сейчас дробовик еще немножко накачнуть. Только я не могу понять, где у нас одежда есть. А одежда, по-моему, чисто вот этого вот парня, да? У тебя же одежда. Здорово. Да-да-да, я понял, что я... Не можешь говорить, можешь мне показать, что у тебя есть. Есть мерцающие осколки. Так, очки. Очки. Ага, 1400. И что она дает? Душегуб. Ну, это у нас есть такая маска. Только у нас получается белый капюшон, а тут красная будет. А нам нужно что-нибудь. Что это такое? Череп хаоса? Посмотрим, как... Ага, я создать не могу, у меня нет мерцающих осколков. А тогда у кого? Это все? Мне обещали, что мне здесь модификацию будут делать на мои вещи. А модификацию они не делают. Слышь, оно. Что еще? Зайчик, иди-ка ты сюда. Что? Надеюсь, оно того стоит. Покупка. Нет, не то. Создание. Создать. Ага, иди уже. Ага, иду уже. Эй, так, бродяга. Привет. Да. Что тебе нужно? Дай посмотреть. Броня. Вот броня. Хорошо. Броня. Покупка. Броня 350, 500. Так, улучшение. Оружие. А броню? Ага, броню ты тоже, да? У нас чисто за железо. Хорошо, штаны охотника. Минус 3. Вуаля, шапка. 3-3-3 дает. Шапка подрывника. Блин, ну не хочу в шапке подрывника ходить. Она что-то какая-то стрёмная. А тут что? Но она всего по 3 дает. Смотри, радиацию защищает и от огня, да? Так, покупка. Покупка. Только не понял. Минус 3 это чисто кровотечение. Минус 3... Как в обычных играх, либо, я не знаю уже. Шапка, блин, давай попробуем улучшить предмет шапка авиатора. У нас ее нету, да? Так, броня вот такая у нас настолько с вами. У нас же шапки авиатора нету. Не, погоди, никакой до встречи. Ага, вот броня 16, броня 21. Так, броня 16, вес 11, вес 8. А ну, одеть. Да ты шуля. Не, мне не нравится. Хорошо, давай посмотрим по поводу ботинков. Нет, тоже не. Угу, назад. Шапка. Во, здоровая. Здоровая. Не, ребят, я как бы... Давайте улучшай то, что у нас есть, да, вот такого. Что-то скин. Нужно? Да, давай. Давай поглядим. Самое интересное, что я продать эти вещи не могу. Это меня бесит. Так, броня. Давай, наверное, броню. Бумс. Броня 14. Еще, да? Нет, плащ нужно. 27. Бум, 33. У нас по поводу металла 3. Давай попробуем. Хорошо, а на ногах у нас
Эти, по-моему, да, тухли? Если не ошибаюсь. Пока. Не, погоди. Что-то нужно? Никаких пока. Да, нужно, нужно. Конечно. Нужно, нужно, нужно. Плащ. 9 из 12. Так, но все равно огонь у нас очень плохо. Здесь все очень хорошо. А здесь все очень плохо, да? Но мне этот скин больше нравится. Так, электричество, электричество. Ладно, давай. Давай, давай, давай. И оружие тоже не могу улучшить. Покупка. Броня. Броня, броня, броня. Тут хорошо. Только самое интересное, то что... Где у нас тут броня? Минус плащ. Броня вроде добавилась, да, пока. Броня вроде добавилась. Но все равно минус 3 огонь. Гниль минус 3. И но зато радиация, электричество. Мороз. У нас тут даже мороз будет. Вес 21. Голова. А почему я не могу их продавать, эти штуки? Иди уже. Ой, все, понял. Даже подойти нельзя. Почему не могу я их продавать? Слышь, а иди-ка ты сюда. Ты же вроде покупаешь всякие план, да? Давай меняться. Давай меняться, давай меняться. Так, продажа, материалы. Ага. Топот от копыт, пыль по полю летит. Создание. Покупка, создание. Закаленное железо даже есть какое-то. Прикольно. Где мне продать свою одежду? Или нигде? Или пока. Тут, или тут такого нету? Пока. Ну, у тебя явно нет, я понял. И, а тебе нужны кристаллы. Ладно, ладно. Мы и так с вами, кажется, задержались. Ну, вроде здесь больше никого не было, так что полетели. Ну, хотя бы броню свою прокачали. Не знаю, насколько сильно это нам поможет. Ну, надеюсь, что хотя бы на немножко. Вы видели, там даже улучшенный металл есть. Который можно будет использовать для улучшения брони. Так, давай еще раз сохранимся на всякий пожарный. Все, отлично. Пошли. Теперь пошли смотреть, куда нам нужно. Надеюсь, из-за лишнего веса брони нам не нужно будет расходовать больше энергии, чем мы расходуем. Ну, вы поняли, да, о чем я? Так, бонжур. Бонжур, бонжур. Так, стоять. Стоять, стоять, стоять. Броня 19, 3, штаны охотника. Не знаю, попробуем по максимуму прокачать. Может, блин... Может, блин, поменяться? Радиация. Но мне не нравится, как они выглядят. Мне не нравится, как у них внешний вид выглядит. Кто это? А ну, покажись. Ага. Вот вы где? Вот вы где? Бонжур. Стопай, стопай, стопай. Куда ты? Что ты намылился, скажи, пожалуйста. Просыпайся. Так, минус один. Ага, ага, ага. Тихо, тихо. Использовать. Использовать, использовать. Хорошо, железка добыли, железка добыли. Патроны для пистолета. Угу. Сейчас у нас хпшка восстанавливается, восстанавливается. Тут вроде где-то на потолке висели, да-да, вот они. Минус, минус. Все. Ага, вот еще двое. Двое из ларца.
Нам доступно очко навыков. Шикарно. А что мы его прокачаем на здоровье? Да? О, ля-ля-ля-ля, несется волосики назад, ля. Волосики назад у тебя. Успею? Успел, да. Хорошо, что успел, потому что здесь еще подкрепление, смотрю, да? Стой, я ж не перезарядил. Ага. Горю. На троечку. Четверочка. Тушись. Жесть. Да, против огня нам что-нибудь нужно. Нелегко было. Ну да, либо не подпускать их, либо против огня что-то нужно. Так, таланты. На что мы потратим? Так, внимательность врагов. Минус 6%. Внимательность врагов минус 7,5%. Не, давай, наверное, сначала пройдем вот сюда. Сами понимаете, хпшка нам нужна, особенно когда будут вот эти вот загораться эти пули. Главное, чтобы сейчас тут босса не было. А босс, походу, здесь есть, да? Где ты? Покажись. Не бойся, покажись. Ага. Сколько там я здоровья потратил, падла. Почти половинку. Почти половинку. Мозги. Так, а это уже босс, мини-боссик? Или нет? Так, ребята, я на вас так... Аптечек не напасусь. Ну, ты чего? Прекращай. Ага, сзади, да, стоишь, падла? Стой. Все, хорошо. Спина. Справился. Фу-фу-фу. Нельзя ж так. Так, паркур. Собираем. Собираем. А нам вниз, да, нужно по-любому? Кто это? Где это? Ага, вот вижу. Так, до побачення. Нам нужно вниз с вами, хорошо. А есть ли тут что-то внизу, либо тут нету? Так, сейчас буквально одну секундочку и продолжим. Так, все. Не тут-то побежали. Нам вроде сюда, да? Или не? Оказывается, в другую сторону. Не заблудиться бы. Ну да, согласен. Ага. А, мы отсюда пришли, да? Это выход, а у нас показывается в эту сторону. Хорошо. Побежали. Так, худой. Куда его пройти? Но явно не сюда. Что-то нашел. Может, нам на ту сторону как-то нужно пойти? Может, поверху и налево? Потому что там выход. А нам, по-моему, нужно... Да. Слышу, где-то кто-то... Репит.
Ага, вот вы где. Так. Все, минус. Блин, и куда? Я ж надеюсь не на выход. Просто видите, на миникарте череп показывается. Вот я думаю, чтобы нам пройти к нему. Где он? Потому что дальше там чисто выход идет. Может, на выход нам и надо. Ладно, других вариантов нету. Знаешь, побежали на выход. Побежали смотреть. Ну реально, другого выхода здесь я не вижу. Значит, выходим. Значит, выходим. Так, Ешка. Надеюсь, мы правильно все сделали с вами. Я мечом почти не пользуюсь. Надо будет как-то на меч переходить иногда. Так, использовать. Ага, контрольная точка. Значит, правильно. Значит, ребятушки, правильно мы сделали. Давай сохранимся, пополним запас здоровья и аптечек. Все, и идем дальше. Во. А тут по-любому сейчас, наверное, будет босс какой-то. Ну что? Готово? Ля, какой дробовик у нас. Идемте. Идемте, идемте. Наверху вроде... Вроде никого. Угу, закрыто. Ты тоже просишь у корня совета. Ближе, дитя. Не, спасибо. Это ты? Да. Волны принесли тебя. Это я. Мы видим все. Мы корневая мать. Сосуд мудрости. Глашатый корня. Чего ты жаждешь? Так, я ищу основателя. Он собрался встретиться с вами. Как обраться через бурю, что будущее вокруг? Давай я ищу основателя. Основатель из-за гордыни и отчаяния ушел из мира. Невольный вестник. Неужели... Час уже настал. Да, все проясняется. Ты жаждешь смерти корня, но путь скрыт во тьме. Сосуд знает, что ты ищешь. Мы должны помочь, но не там, где услышат. Они придут за нами, когда мы разрушим связь. Защитишь нас? Поверишь? Я защищу вас. Делайте то, что должны. У меня есть вопросы. Минутку, я вернусь. Ладно, давай. Готовься. Они близко. Окей. Это мне типа тебя защищать надо, да? Это мне типа тебя надо будет сейчас защищать. Тихо-тихо, ты чего? Алло, не трогай. Не трогай зубастика. Не трогай зубастика. А надеюсь, это недолго, это будет продолжаться вот так вот. Так, хорошо. Ё-моё. Так, ребят, буквально... На секунду паузу и продолжим. Так, ребят, продолжаем. Пришлось, кажется, отлучиться от компьютера. Так что
Теперь продолжаем. Надо сейчас будет защитить эту зубастенькую. И надеюсь, все будет хорошо. Так, бонжур. Не трогай, не трогай зубастую. Они слабы. Сама ты, Борис. Я Бэтмен. Так. Все, минус Борис. Хорошо, до побачення. Так, а ты долго там будешь? Ну, можно немножечко побыстрее? Я чувствую, что сейчас супербосс будет, да? Да, что-то тут чувствую, что супербосс будет. Ага, супербосс у нас к этой подруге бежит. Стой. Стой. Слышь, отстань. Борис, отстань. Ну же, ну! Так. Так, ага, использовать аптечку. Использовать аптечку, очко навыков. Хорошо, дали, отлично. Стой, отстань, пожалуйста. Отстань от Бориса. Отстань от Бориса. Все, шикарно. Конец. Я свободна. Шикарно. Надеюсь, ты мне дашь какую-то плюшку. Не знаю, железо, может, либо денежек. Все, идем. Спасибо, дитя. Так, расскажи, как добраться до Атолла. Уже скоро. Я знаю, что ты ищешь. Я помогу. Мы сразимся вместе. Мне нужен отдых. Смотри, стена. За ней путь. Найди путь. А затем разыщи меня среди своих, наших людей. В блоке 13. Я знаю путь. Мы еще встретимся. Угу. Открыть меню талантов. Давай посмотрим, что это такое. Дар матери. Текущий уровень. Снижение урона в дальнем бою. Минус 0.5. Сила. Ага. Давай используем. Я так понимаю, что ты сейчас отправишься в 13-ю зону, да? Мы еще поговорим. Ой, все. Так, знаешь, что ты отправишься сейчас туда, в бункер, а нам нужно двигаться дальше. И когда я найду путь, мне нужно будет с ней вернуться поговорить. Так, давайте сохранимся. Назад, наверное, нам нету смысла, да, бежать? У нас же нету. 12. Блин, можем дробовик прокачать себе. По-моему, там 12 и надо. Давайте, наверное, отправимся, прокачаемся силу дробовика. И на этом, в принципе, серию можно будет заканчивать. А в следующую же отправимся искать путь. Так, побежали. Побежали. Угу, нам сюда. Давайте дробовик по-быстрому качнем. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Я не к тебе. Так, у нас новая гостья. Ну, она неразговорчива, но будто видит насквозь. Надеюсь, она обретет здесь новый дом. Я тоже на это надеюсь. Так, давай. Прокачаем с тобой дробовик. Во, 195. Броня не можем. Покупка, 1450, ага, броня. Блин, ну то эти доспехи такие покупать не сильно хочется. До встречи. Да, давай до встречи. Так, все. Иди уже.
Побежали, побежали. Тихо, погоди, а что у тебя есть? А у тебя, по-моему, ничего нету, да? У тебя вроде ничего интересного и нету. Тогда побежали к нашему камню. Перемещаемся. И в следующей серии уже продолжим. Так, перемещение, последняя контрольная точка. Да, да. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайкосики, подписки. Ну, и можете писать свои комментарии, если есть на то, как говорится, желание. Все, всем пока-пока.